Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве выступило с заявлениями в связи с обысками, проведенными в ведомстве сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратурой. Мы также, как и компетентные структуры государства, заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники не допускали каких-либо отклонений. Поэтому мы окажем необходимую поддержку НСБК в проводимых расследованиях. Таким образом, АИПа подтверждает свою приверженность принципу законности и справедливости и обязательству бороться с любыми проявлениями, не соответствующими статусу агентства, говорится в заявлении учреждения. Согласно НСБК, незаконные действия, в совершении которых подозреваются должностные лица АИПа и их сообщники, относятся к мошенничеству в процессе предоставления субсидий в сельском хозяйстве путем оказания предпочтения некоторым компаниям, с которыми они находились в конфликте интересов, а также требованию комиссионных в размере 10% от средств, предоставленных другим экономическим агентам. Согласно имеющимся данным, субсидии, предоставленные непрозрачным образом и с серьезными отклонениями от действующего законодательства, поступали из фондов финансовой помощи внешних партнеров, в том числе Всемирного банка, а также из госбюджета. Период, проведенный прокурорами и следователями НСБК, включает 2019-2021 годы, и средства, привлеченные агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве для предоставления субсидий в этот период, превышают 100 миллионов леев, поступивших только от внешней помощи.